известный писатель и маг Всеслав Соло. Вы можете научиться выходу в астрал, магические операции, материализация любимого человека, энергетические тайны денег, реализация желаний, магическое управление своей жизнью. Я приветствую всех телезрителей на ваших предметных островах. Вы сейчас находитесь, каждый из вас, на своем предметном острове. Мира и добра вам всем, присутствующим на ваших предметных островах. В эфире телевизионный канал NEVS TV, канал новейшей эры всемирного сознания, новой эры всемирного сознания. И я его ведущий, Всеслав Соло. Сегодняшняя наша передача посвящена этапам прихода новой эры всемирного сознания на Землю. Я думаю, что это будет целый порядок, цикл передач, в которых постепенно будет раскрываться таинство этого прихода, таинство перехода из нашей эры, так называемой, в новейшую эру, в новую эру всемирного сознания. И сегодня мы пригласили для этого в студию Ирину. Здравствуйте, Всеслав Маркович. И она будет задавать свои вопросы. Понятно, что абсолютную глубину ответов дать в крохотной сегодняшней передаче не удастся. Но обещаю вам, что определенные и существенные, нужные для вашего развития и для прихода новой эры всемирного сознания ответы и материалы вы получите, вы услышите их сегодня, узреете и воспримите на анализ и на ваше практическое освоение. Итак, давайте послушаем первый вопрос Ирины. Всеслав Маркович, скажите, пожалуйста, как будет непосредственно происходить переход от нашей эры в новую? Начну с того, что начало перехода от нашей эры к эре новой, к эре нового всемирного сознания, он должен осуществиться в пределах ближайших 7 лет. Я понимаю недоумение некоторых телезрителей, или даже, можно сказать, определенной массы таковых, которые часто слышали всевозможные предсказания, всевозможные пророчества, там, типа о конце света и так далее и тому подобное, и в общей сложности не пришли ни к чему и не получили, да, этих предвещаний. Я вам скажу, что да, конечно, не собираюсь вас убеждать, чтобы вот прямо здесь в студии уложить на лопатки. Я дам материал для ваших размышлений, для ваших представлений, а вы уже будете судить, насколько он требуется в вашей жизни. Думаю, что логические убеждения породят энергетические проспекты построений, и все осуществится как положено и в нужные сроки. Итак, в ближайшие 7 лет я вижу начало перехода. Состыковка двух параллельных миров, тот, который предлагается, новая эра всемирного сознания, где человечество может жить 1:4, это отдельная передача есть, посмотрите ее. И нашей эры, где человек живет всего лишь в пределах 100 лет, она уже состоялась, но переход еще не начался. Для этого перехода потребуется так называемая критическая масса. Ну, вы знаете, что в любой химической реакции, а человеческое общество и социум можно рассматривать, в принципе, как метафора, да, как и химическую реакцию своеобразную, душ, умов, физических отношений, там, чувств и так далее. Метафора любая страдает, но все-таки понятнее, когда есть сравнение. Так вот, критическая масса должна создаться на Земле среди людей для того, чтобы начало перехода состоялось, и состоялось безвозвратно, то есть точка невозврата. Точка невозврата – это известная была точка еще во времена Достоевского. Достоевский был огромный интуит,
я считаю, непревзойденный писатель на Земле, до сегодня даже так, он говорил, что если даже на 10 тысяч человек остался только один, уже не все потеряно. Он чувствовал массу, когда точка невозврата осуществляется. То есть на 10 тысяч человек на Земле один человек есть какой-то другой, и уже точка невозврата. То есть цивилизация неминуемо будет меняться под него, если он обладает определенным сознанием. Какова же критическая масса для всей Земли? Сколько, какое количество людей нужно, чтобы начался переход? Чтобы начался переход, надо где-то в районе 400 тысяч человек на всю Землю. То есть вот это критическая масса. А по Достоевскому, если на 10 тысяч, то ну, где-то пару миллионов человек получается. Пару миллионов человек. Но вообще-то библейская критическая масса, когда все начнет исподволь, да, меняться, то есть незаметно для всех землян меняться, это 144 тысячи человек. Так вот, эти 144 тысячи человек, они уже есть. Они уже давно есть, и поэтому на Земле-то сегодня и меняется представление о мироздании, открываются новые законы, науки типа квантовой физики и так далее и тому подобное. То есть они уже есть. Ну как давно? Ну, в районе где-то четверти века, крайней четверть века, они уже появились. Итак, значит, мы должны с вами теперь дальше разобраться. Что из себя представлять может человек, который олицетворяет собой эту критическую массу? То есть, вот берем из критической массы, из всех этих миллионов там, или тысяч человек, одного и рассматриваем более-менее крупным планом. Опять же, очень обобщительно, то есть не будем вдаваться в особые подробности. Вот главные постулаты, которые должны у него быть в развитии, вложены в него. Итак, представитель критической массы – это человек, знающий учение, логику предметно-беспредметных островов. Логику предметных и беспредметных островов. Он должен владеть стилем жизни 1:4. То есть вот эта логика, он должен ее знать, учение этой логики и стиль жизни 1:4. Если он все это практикует в жизни, и у него все это получается, и он живет уже в этом направлении, да, и его тело физическое ему подвластно, и он меняет его, и он молодеет, там и так далее, и тому подобное, то, естественно, он уже является представителем этой критической массы. Другое дело, как этого добиваться, я уже частично рассказывал в предыдущих передачах, посмотрите их, и вы многое уже поймете. Если что-то непонятно, задавайте еще вопросы, будем делать передачи, или же приходите ко мне на живые мои вечера обучения в мою школу, и я вас поучу лично, или индивидуально, или же в общей коллективной группе. Это отдельный разговор. Итак, я считаю, что вообще-то должно постепенно стать модным, привлекательным и обязательно убедительным, увлекающим за собой вот это вот состояние жизни 1:4. Вот вы сейчас слушаете меня, посмотрите предыдущие передачи в этом направлении, внедряйте это в жизнь. Везде, как говорят современным языком, трещите, говорите о том, что вы можете жить 1:4, что есть такая возможность, что новейшая эра всемирного сознания и так далее есть, она зовет вас в свои ряды. Чем больше вы будете об этом, уважаемые телезрители, везде говорить, тем больше и ярче возникнет эта почва, и люди станут верить в это, а значит начнет получаться. Вы понимаете, все начнется с веры первого. Одного. Поверьте, кто первый? Идите, идите к людям, дайте веру и им также. Идем дальше. Значит, получается, дальше, как говорится, больше. Это и новое летоисчисление появится, да? Должно появиться новое летоисчисление. Это вот я говорю все о переходе, да, от нашей эры к эре нового сознания всемирного. Новой, да, эры всемирного сознания. Так вот, получается новое летоисчисление и новое время в
новое время даже суток. Кстати, об этом я в предыдущих передачах немножко уже говорил. Так вот, здесь надо вот более подробно остановиться. Время сильно тормозит сознание любого человека. Вообще время, да, любое. И оно упорядочивает, да, его в рамки общепринятого социума. Но оно, вот любое время, там вот, скажем, сейчас, сколько, который час, да, 2 часа дня, кто-то скажет, там, 4 часа вечера, там, и так далее, да. Но вот, вот эти вот все общепринятые, 2, 4, там, и так далее, они в определенные рамки всех людей на Земле загоняют, и люди из-за этого очень сильно находятся под влиянием прежней, старой, умирающей эры. Понимаете? И вот это вот, и, конечно, и жуть. Для того, чтобы вырваться из этого времени, где люди живут в пределах 100 лет по продолжительности жизни, надо, чтобы человек вышагнул за рамки этого времени и стал мыслить иначе. Чтобы у него возникло новое представление. А чтобы оно возникло, надо разрушить предыдущее время. Чтобы человек вырвался из него, понимаете? Так вот, здесь в новейшей эре, в новой эре всемирного сознания будет не только летоисчисление, другое, 1 к 4, но и время суток будет иное. Где, я уже говорил ранее в передачах, и каждый час будет по размерам разный, и запомнить это невозможно, потому что он каждый день будет меняться. Понимаете? А туда-сюда меняться, вперед-назад, в зависимости от сочетания Солнца и Луны, там, и так далее, и тому подобное, да? И многого другого. Я сейчас не хочу все абсолютно аспекты открывать, но даже человеку придется каждый раз смотреть на часы, о которых сейчас час, он не сможет иметь представление, который именно, он даже не сможет его чувствовать, потому что время будет постоянно изменяемо. И в конце концов человек начнет все больше отделяться от него и ощущать время как отдельную, совершенно от него живущую своей жизнью такую вот стадность, я бы сказал. То есть время как вот стадо баранов отдельно идет, да, со всеми секундами, мгновениями и так далее. А человек живет отдельно. И вот эта вот отдельность, отделение от времени человечества научит жить уже по-другому, потому что человеку нужна будет все-таки какая-то перспектива, определенная сетка, к которой он привык, сетка жизни, да, и она вот она, дадена учением, логикой предметно-беспредметных островов, 1 к 4. И человек, освободившийся от старого времени, которое было присуще новой, нашей эре, да, отдастся новому проспекту жизни, новой эре всемирного сознания, и будет жить 1 к 4. Все больше люди начнут увеличивать свою продолжительность жизни. Я не говорю, что прямо вот в один год все стали жить иначе. Но чем дальше, тем больше. Критическая масса сделает свое. Понимаете? И вот оказывается, от времени очень многое зависит. То есть возникнет новый мировой порядок даже законов. То есть не только там квантовая физика, которая сейчас уже где-то немножко воспринимается многими людьми как сумасшествие или же даже как колдовство или фантастика. А на самом деле все реально, да? И возникнут еще супер новые законы и возможности человеческие. Вот смотрите, ведь в новой эре всемирного сознания люди должны что? Перемещаться иначе. Формы должны воспринимать иначе, скорость должна быть другая, понимаете? То есть увеличится скорость физического плана. И, следовательно, чтобы ее увеличить, нужно оторваться от времени, потому что вся, любая скорость всегда привязана ко времени, любой физик это подтвердит, правильно? А когда скорость начинает восприниматься человеком вне времени, или, по крайней мере, как отдельная данность, вот нужно отделить скорость от времени, да? Это все равно, что улыбку от кота, да, в известной сказке про Алису. Но это все возможно, и не просто так эта улыбка была отделена. Как пример для человечества, что скорость от времени тоже можно отделить. Это две разных ипостаси совершенно, я вам серьезно говорю. И физики скоро это поймут, когда сами отделятся от времени, откроют это.
это очень быстро может осуществиться. Так вот, получается, когда человечество научится видеть скорость, а это вот уже сейчас, вот оно, да, появится, и обязательно, отдельно от времени, то, естественно, наступит новый всемирный или мировой порядок законов. То есть начнут открываться новые науки, совершенно перспективы, возможности. И вдруг все поймут, что, оказывается, можно подумать, и твоя квартира личная, которая, в которой ты живешь, которая там хрущевка и 30 квадратных метров, вдруг увеличится и станет все 60 квадратных метров, из-за которые ты вообще платить не будешь за лишние квадраты. Ты просто подумал, чувствами раздвинул и живешь. Вы скажете, за счет соседей? Юмор все обожают и понимают. Нет, конечно, не за счет соседей. Просто сам дом так будет устроен, что каждый будет иметь возможность и увеличение жилплощади, и уменьшение жилплощади. Ну, это если насущно рассматривать. А вообще-то не только это, понимаете, но и вообще все остальное, что угодно. Ведь и форма физического тела, и обличие, то есть лицо, там, и половую даже принадлежность, и скорость перемещения, и левитация, и телепортация, ну все что угодно. То есть формы будут менять себя при помощи манипуляции нашего мышления и наших чувств в пространстве расположенных. То есть, получается, я говорил так, астрально-физическое существование человечества. Но здесь вот очень интересно кое-что пояснить. Дело в том, что я всегда стремился и в учебнике по выходу в астрал, в своей книге, да, учебник выхода в астрал, у меня есть такая книга, и в курсе выхода, в видеокурсе, если у меня выход в высший астрал, я говорил и в статьях многих, что в божественном мире не существует астрала, а существует только физика и существует ментал, вот, и больше ничего. А тут вдруг я заговорил о том, что новая эра всемирного сознания будет астрально-физическая. Ну, понимаете, это, конечно, условно. Почему? Потому что вообще-то не астрально-физическая, а физическая, но в новом свойстве. Но просто для обыденных людей в момент перехода, в переходный, да, вот, период, стоит понимать это именно так, астрально-физическое существование. То есть пока это все уляжется, пока это все воспримется и станет всеобщепризнанным и привычным состоянием метаморфоз вокруг, да, при помощи мыслей и чувств наших. То есть в астрале как? В астрале как бы, это вообще-то астрал, это же переход от физики к менталу, да, к скорости мышления. В астрале скорость другая по отношению к физике. Так вот, астральная скорость станет физической, а физическая тоже будет существовать. Но почему астрально-физическое? Потому что физика будет иметь свойство меняться. То есть вот раз, допустим, поменялась форма вазы, и тут же затвердела, и стала физической. А пока менялась, она была мягкая, да? Пластичная, как астральная. Или же даже какой-то объект, допустим, ваза вдруг чисто астральная стоит. То есть через нее можно руку проводить физическую там и так далее. Да? То есть вот всевозможные вот такие метаморфозы будут. Поэтому я и назвал условно астрально-физическое существование человечества. На самом деле это, конечно же, изменение скорости и пластичность скорости, пластилиновость скорости физического, привычного нам уровня жизни. Когда все предметы вот на своем месте, и чтобы изменить форму, нужно взять, если это металл, да, его разогреть, перевести в жидкость, и потом из него отлить что-то другое, другую форму. Здесь же все будет меняться без всяких разогревов, только при помощи мысли и при помощи чувств. То есть при помощи других скоростей. Ну, собственно говоря, огонь что такое? Это тоже скорость. Ну, правда, примитивно, да? При помощи каких-то предметов мы переводим одну форму в другую через определенную скорость. Огонь – это большая скорость, нежели затвердевший предмет. Вот. А здесь будут скоростя на уровне так называемого астрала. На самом деле, конечно, это не астральное физическое существование, это условное пока наименование, а это другая метаморфозная скорость физики. И со временем это все, конечно же, вы понимаете, приблизится и к сознанию человека. Ну, пока вот таким образом я это все вам пояснил. То есть, получается, новый порядок законов возникнет, когда время, да, мы отделим от скорости, и мы сможем
уже, допустим, раз и весить всего 5 килограммов, человек облегчил себя и полетел, да? Ветерок дунул, и он полетел, как шарик. А раз он себя затормозил, подумал о том, что он весит больше, и теперь он весит пару тонн, да, идет, у него пластилинится земля, под ним прогибается, и он как богатырь по колено в нее проваливается легко, да. Ну, это шутки, но просто я объясняю вам, что можно будет увеличивать свой вес при помощи мышления или облегчать его. Можно, наверное, исчезать в одном месте, появляться в другом, причем не только на Земле, но и в любой точке пространства в мироздании. То есть с одной звезды на другую, с одной планеты, допустим, Солнечной системы, ну, в данном случае Земли, на другую планету, другой Солнечной системы, ну, что-то вот вроде этого, да? То есть, получается, еще такой вопрос встает. А что еще может помочь вот этому переходу? Подчеркиваю, что мы сегодня разбираем не совершенно все нюансы, а только определенные. И, может, еще раз подчеркиваю, будет целый цикл передач, где разные вот эти вот детали будут рассматриваться отдельными моментами и более крупным планом под увеличительным стеклом ваших вопросов. Вы тоже можете присылать вопросы или приходить ко мне заниматься и узнаете больше подробностей. И практику, естественно, примите. Значит, что здесь важно еще? Здесь важно понять, что для перехода требуется снять ограничения, то есть не только от времени отказаться, отойти от времени привычного, но и надо начать снимать ограничения на природу, на законы природы, которые расположены у нас в среде, а также на природу внутри человека организованную. Вот что это за природа, да? Ну, сами понимаете, если с вас начнут брать налог за то, что вы дышите кислородом, воздухом, да, на Земле, то это, естественно, уже закон на природу. Ну, я шучу, конечно, это придумано, но, кстати, подобные законы, вот не совсем на воздух, но на что-то другое, там, на снег, еще на что-то, они уже есть. Как ни странно, они уже есть, и кто-то над ними смеется или смеялся, а кто-то теперь уже плачет, почесывая затылок, что, оказывается, это реальность, что законы на природу бывают и организовывают человечество, от чего оно, конечно же, будет только закомплексовываться в развитии. То есть нам потребуется снять все законы, ну, человечества, да, снять все законы, которые были наложены на природу. Какой центральный закон здесь есть? Это сексуальный закон. То есть не сексуальный закон, а сексуальные эти запреты всевозможные. В Библии, даже в Библии написано, когда наступит Царствие Небесное, когда исчезнет разница между женщиной и мужчиной. Все подумают, что все должны стать голубыми, женщины с бородой, а мужчины, значит, в брюках в обтяжку и с попой, с вырезом на попе, да? Нет, ни в коем случае я не хочу утрировать, не хочу над всеми или над кем-то отдельно смеяться. Я сейчас поясню все детали коротко, но объясню вам свою позицию и видение этого вопроса. И я думаю, что вы меня поймете правильно. Что значит, надо снять все ограничения на сексуальные предпочтения? Именно ограничения нужно снять. Это, естественно, и на возраст. То есть любой возраст достойный имеет право заниматься любовью, да, даже физической. То есть все ограничения должны сняты быть. Дальше. К чему, к какому объекту? Да к любому. Может мужчина женщину любить, женщина-мужчину. Может мужчина любить хоть собаку, хоть кошку, хоть кого угодно. Я, может быть, немножко утрирую ситуацию, но это факт совершенно. Ведь не должно быть ограничений. Все люди должны быть свободны. Не торопитесь сейчас осуждать, смеяться, хохотать, тыкать пальцами, какую ересь он говорит. Подождите, я вас сейчас всех приведу в убедительность. И вы со мной абсолютно согласитесь. Причем в рамках божественности. Да-да, именно в рамках божественности. Неважно, какими путями, да, а важен результат. А какие пути здесь? Плохие, что ли? А кому какое дело, кто чего любит в этом мире? В конце концов, это абсолютно не касается никого в свободном мире. А мир божественный, он свободен. Каждый человек любит то, что он любит. И то, что понимает. Законы должны снять все ограничения на сексуальные отношения. Это первое условие.
Дальше. Давайте смотреть. Знакомый эффект есть такой. Слава Богу, сегодня он открыт, говорится. И не только сегодня, а вообще имеется в виду подтвержден основательно, что если сотая обезьяна научилась переходить дорогу на пешеходном переходе, а не просто перебегать где-то, да, чтобы под машину попасть, то на Земле автоматически все обезьяны тут же начинают делать именно так. То есть незримо энергетически перекочевывать опыт и знания от сотой обезьяны, научившейся переходить на переходе, да, улицу, ко всем обезьянам на всей планете. Это называется эффект сотой обезьяны. Так вот, очень интересная штука. Представьте себе, все ограничения сняты на сексуальность, да, на отношения, на любовь там и так далее. Пожалуйста, хочешь выходить замуж в 13 лет, хочешь в 12, хочешь в 20, хочешь в 60, как хочешь. Нет разницы, сколько должно быть разницы между мужчиной и женщиной, или кем там, кто выходит замуж или женится. Хоть 50, хоть 70 лет разрыв, да какая разница, если мы будем жить и готовимся все жить 400 лет. Там не раз еще выйдешь замуж, да, если в шутку сказать, а вообще-то это не шутка, а правда. Так вот, получается такая интересная вещь. Представьте себе, что 100 человек, ну, соточек, да, научились любить розетку. Сексуально научились, сейчас я буду улыбаться. Значит что, все люди на Земле автоматически теперь тоже умеют любить розетки, правильно, да? О, как правильно. А еще там 100 человек научился любить школьную доску. Все тоже стали уметь любить, то есть легко, да? Какой-то 100 человек на Земле научился любить диван, да? А, пожалуйста, кто-то брюки, кто-то сережки. А вы скажете, что он молотит, что он бредит, что ли? Стоп, ребятки! А вы посмотрите сейчас, вот, кто там возле интернета сидит. Откройте любой сайт знакомств и посмотрите, там перечисляются пункты. Какие? Ваши сексуальные предпочтения, то есть, что вас возбуждает, пишут. Меня возбуждает блеск металла, меня возбуждает, другой пишет, или другая, да, одежда, третий, шорох одежды, четвертый, шепот, пятый пишет, шелк, шестой пишет, когда полумрак или там музыка звучит какая-то, шестой, там, дерево-березка возбуждает, я не знаю, у всех разные возбуждения. А я вам объясняю через эффект сотой обезьяны, когда все эти разные наработки и практики войдут в состав любого человека на Земле, в состав его развития и возможностей. Значит что? Когда запреты будут на это сняты, и чем дальше, тем больше, люди научатся любить все одинаково. Они будут готовы внутри отнестись ко всему с любовью. Вы думаете, что? Для чего даден вообще секс, так называемый, то есть половые отношения человечеству от Бога? Они дадены для того, чтобы вы по этому примеру научились любить все на Земле. Вот такое же удовольствие вы должны испытывать по отношению к любому предмету, живому или неживому существу на Земле и во всем мироздании. У Бога именно так. Он все воспринимает на равных и любит все одновременно и одинаково. Так будьте же богами, учитесь любить как боги, как бог. Но боги есть еще и, конечно, подраздельные, немножко я проговорился. Но сейчас не об этом речь. Мы сейчас с вами говорим о том, что это верная дорога к тому, чтобы освоить мир любви. Весь мир будет понятен и близок. Значит, по подобию Божьему мы созданы, и по подобию научимся действительно любить. Потому что через вот эти вот половые отношения возникают прочные связи в нашем мышлении, в наших ощущениях, и вообще в нашей практике жизни. Прочные связи с любым предметом. И мы получаем удовольствие вообще от мира. Что солнышко вышло, и мы получаем удовольствие. Что стена против нас, хоть она серая, хоть какая угодно, она все равно порождает в нас, что жажду жизни и любовь, понимаете? То есть нет ничего плохого, как Христос оплакивал римлянина, казалось бы, врага, как врага на него, да, выражаясь современным языком, наехал, да, и говорит, ты чего там врага израильского народа оплакиваешь? Ты что, предатель такого типа? Но это что же человек, говорил ему Христос? Вот я своими словами говорю, да? Вот имейте в виду, что Бог все любит на равных, и к этому все мы идем, и мы должны быть готовы к его подобию,
Ведь Всевышний явится к нам и очень скоро. Живой, реальный. И надо помочь ему и его явлению. Конечно же, и другие разные запреты должны будут сниматься. Потому что именно запреты порождают что? Порождают комплексность, да? Комплексы в человеке. Потому что вот любой закон, даже физики, это тоже запрет. Не вздумай думать по-другому. Яблоко падает и падает на землю, или падает там на какой-то объект. То есть маленький объект по массе притягивается к большой массе. Все, это вот есть тоже запрет. А не думай иначе, а думай так. Вот почему мы живем в мире иллюзии. Любая математика, да, любые свойства химических элементов, все это придумано через запреты, через законы. Законы – это запреты, понимаете? И со временем это придется все снять. Как же мы в астрально-физически сможем существовать в мире новой эры всемирного сознания, да? Где будут запреты? Эти запреты должны все уйти. Науки просто перестанут существовать, потому что изучать будет нечего. Как думаешь, так и живешь. Все станет единым. Все сольется во единое целое. И вы думаете, для этого потребуется миллионы лет? Вы ошибаетесь. Все гораздо быстрее делается. Все гораздо быстрее делается. Все может измениться в один день. Скажите, пожалуйста, что необходимо практиковать человеку для перехода в новую эру? Людей на Земле, которые занимаются духовными практиками, огромное количество. И если вдруг из них определенная масса, а лучше, конечно, все, смогут переквалифицироваться быстро для перехода в новую эру всемирного сознания, то это будет величайшее дело. Вот такое, как бы показали в Риме, да? А не вот такое. То есть вот так радость возникнет на Земле. Значит, получается, хорошо бы, чтобы эти люди приняли определенные позиции или поменяли их как-то и слились с новыми видами мышления человечества, с новым развитием. То есть, возможно это или нет? Сразу скажу, что вообще-то невозможного в этом плане здесь точно нет. Конечно, это возможно, и это реально. Но это не значит, что если человек, занимавшийся какими-то духовными практиками, быстренько сразу раз и переключится как в тумблере, да, и пойдет. Понимаете, какая тут интересная вещь? Ведь чтобы учение, о котором идет речь, о логике предметно-беспредметных островов, стало всемирным, для этого оно должно выйти на уровень религии. Вы понимаете, это прекрасно. Причем где-то немножко канонизированный также. Ну, хотя бы в самой логике, да? В самой логике. Ну и развивающийся как наука, чтобы эта новая религия отвечала многим другим проспектам на Земле. То есть всем религиям другим отвечала и наукам также. И после этого логика предметно-беспредметных островов должна стать всемирным видением. То есть все люди, значит, получается, должны вышагнуть из предыдущих религий, убеждений, морали и так далее в эту новую ипостась человеческого развития. Вы скажете, это очень долго. Нет, это произойдет быстро. Каждая религия имеет в себе ключик самоуничтожения. Кнопочка самоуничтожения, я говорю. Потому что все религии на Земле, да простят меня сегодняшние люди, которые поклоняются своим религиям, все религии на Земле создавались так или иначе магами, так или иначе шаманами и так далее. Вспомним вот все эти времена из пещерных еще свойств человеческого развития. Возле костров плясали, потом постепенно мышление менялось, какие-то кодексы создавали, дальше возникали религии, какие-то определенные отношения менялись в человечестве и так далее. Да? То есть любая религия создавалась магами. Даже когда Христос родился, пришли первые маги его поздравить. Да? То есть незримо или зримо создавали все религии на Земле маги. Господь всегда контактировал напрямую именно с магами. Потому что они были всегда открыты неведомому, открыты
Господу нашему. Они самые открытые на земле. Но я не имею в виду колдунов, которые злыдни, да, а я имею в виду маги, настоящие маги. То есть маг это вообще-то первосвященник в переводе с древнеегипетского. Поэтому магия это священное искусство общения с Богом вообще-то. Вот так бы я перевел. Имейте это в виду. Так вот, значит, получается, каждая религия имеет эту кнопочку самоуничтожения. И, в принципе, это вот переход от всех религий к одной единственной, к десятой религии, может осуществиться буквально чуть ли не за один день. Очень быстро. Очень быстро. Так вот, духовные люди, которые занимаются какими-то практиками, в основном же они принадлежат каким-то религиям. В основном. Конечно, некоторые из них не принадлежат никаким религиям, но все равно каким-то моралям, каким-то свойствам, типа там йога, да, там и так далее. Да. Ну, то есть всегда все равно какая-то все равно религиозность присутствует. И, естественно, из нее надо будет вышагнуть. И вот когда человек вышагнет из этой религиозности, тогда он легко со всеми своими практиками окажется в новой эре всемирного сознания. Но он там он поймет, что все в мире многогранно, не только вот его позиция йога, да, вот так вот нужно заломить там руку, а другую вот так вот, да, и сидеть полчаса и думать о звездах или о Луне. Я шучу, конечно, не обижайтесь на меня. То есть тут не только так, но оказывается и по-другому. Другой человек, который сидит в другой позиции или там думает по-другому, он тоже прав и выйдет на это же, понимаете? То есть вот эта многогранность откроется всем духовным людям, и они поймут, что они все братья, и все их движения одинаковы. То есть им все равно придется духовным людям, людям, которые занимаются духовными практиками, вышагнуть за свои пределы. То есть они должны почувствовать вообще-то, что главное это мышление и чувства их. Именно им подчиняется и физическое тело, и его изгибы, и его возможности, его развитие, и вообще физические все формы. То есть вот эти законы религиозные тоже должны, как и время, отделиться от человечества, перестать владеть им, понимаете? Без этого ничего не выйдет. Поэтому, в общем-то, придется, да, вышагивать из своей религиозности. Опять же, это не в ущерб, а вышагивать Богу напрямую. Потому что вот недавно я совсем общался в одной из социальных сетей, случайно совершенно с одной, непонятно даже мне, знакомой, то есть имеется в виду, она вот представилась вот так, но я не знаю, так ли или нет, это неинтересно. Важно, что с ней общался. Вот она мне говорит, типа того, что «А мы не можем напрямую с Господом общаться, вы слышите?» До какого ужасного, я бы сказал, удивительного заблуждения доведены многие люди в своих религиях. Мы только через Христа можем общаться со Всевышним. Вы слышите, что делается-то? Потому что Христос сказал, что вот через меня к Отцу только путь лежит. Я говорю, Он говорил об этом, пока жив был, пока здесь был. Он всего лишь Его Сын, всего лишь не умаляет Его, конечно, Он часть Бога. Но это не значит, что мы не можем к Отцу напрямую обращаться. Вы представляете, до какого, я бы сказал, даже где-то кощунства дошло вот это религиозное представление той женщины. Понимаете? То есть к Богу уже, получается, нельзя обратиться только через определенного Его посланника. Это даже напоминает какую-то гордыню, понимаете? Это напоминает даже какое-то заблуждение, я бы сказал. Всевышний един. Абсолютно. И все Его посланники на земле не главнее Его даже вместе взятые. Это Его части порождения, но они главнее Его, понимаете? Надо не забывать об этом. Вы представляете, сколько вот заблуждений существует? Я и Бог, вот как должен мыслить человек. Напрямую, да? Все хорошо, да, можно познавать Бога и через Христа, и через Будду, и через Магомета, и так далее, и тому подобное. Но я и Бог, это должно быть на первом месте, понимаете? Я и Бог, я обращаюсь к Богу, Господу, к Всевышнему. Вот это может объединить все духовные практики. Это первое, к чему они должны прийти и понять. То есть отделиться как от времени скорость, да, отделиться от всех религиозных представлений и выйти напрямую к Всевышнему. Все одинаково. И тогда у них многое начнет меняться. То есть это тоже обязательное условие. Вячеслав Маркович, скажите, пожалуйста, нужно ли и как
готовить человеку свое физическое тело к физико-астральному существованию? Да, конечно же. Физическое тело человек обязательно должен готовить к существованию астрально-физическому, к существованию в новой эре всемирного сознания. Но, сами понимаете, чтобы начать готовить физическое тело, надо вначале изменить свое сознание. Надо вначале стать другим человеком. Надо изучить учение, логику предметно-беспредметных островов, самую древнюю логику, и имеющуюся во всем мироздании. И тогда уже нацелить свои новые возможности на изменение нашего физического тела. И, конечно же, без изменения физического тела человек не сможет жить 100 лет, а тем более бесконечно долго. Вначале 1 к 4, да, это как бы первый шаг человечества, то есть предел 400 лет люди будут жить, а потом будет это увеличиваться, и 1600 лет, и так далее, и тому подобное, и хоть миллионы лет, это бесконечно может увеличиваться. И поэтому важно с чего-то начать, 1 к 4. Но чтобы управлять телом, чтобы оно могло постоянно регенерировать, да, и метаморфозить, тем более, для этого необходимо научиться управлять скелетом своим. Потому что физическое тело само имеется в виду плоть. Это вот жилы, сухожилия, вены, кровь, там, не хочу говорить мясо, ну плоть, да? Вот, ногти там и так далее. Ну, еще ногти, да, ближе все-таки к скелету. Так вот, все это хорошо, оно меняется. А вот скелет освоить, это сложнее. И его придется освоить. Но здесь нужна тоже будет критическая масса. Я вот свой скелет осваивал напрямую. Мне было очень сложно. А людям придется осваивать через критическую массу. Но не всем же вдруг жить и говорится, и доводить себя до истощения, до ужасов и до болезни прямо таки, чтобы вот размыть скелет, чтобы вот растащить его, да, превратить чуть ли не в желе, и подхватить сознанием, и начать им управлять. Но это вот мне так было дадено, ну, наверное, я один из первых, да, или первый даже, скорее всего, так, который освоил так скелет и понял, что из себя он представляет, и скелет стал душой нашей. То есть скелет стал душой моей, понимаете? Теперь душа стала скелетом. То есть я материализовал душу. Вот там ученые подсчитывают, что она весит 7 там, грамм, 9 граммов, 14 граммов душа. После смерти человека отделяется энергия. Да? На самом деле, чтобы душа не умирала больше, ее нужно материализовать и начать ей управлять. А как материализовать? В скелете нашем. То есть скелет должен стать душой нашей. А чтобы скелет стал душой, подвластным мышлению и чувствам, метаморфозом любым, для этого нужно его размягчить, да, и превратить в какое-то, я бы сказал, где-то ближе к желе состояние, когда наша душа освоит его, все чувства войдут в это желе, так называемое, в кавычках, да, и все, и начнет тогда душа жить в образе скелета внутри нас. И естественно, раз мы умеем управлять скелетом, то мы умеем управлять всем нашим остальным телом, то есть плотью нашей, понимаете? Вот это очень важная вещь. Я оговорил главное, да, вот пятно такое рассмотрел, но уже больше подробностей, чем в предыдущих передачах. Ну, мы постепенно все рассматриваем. Так вот, естественно, конечно же, физическое тело нужно готовить. Ну, а как еще готовить? Ну, начните с элементарного. Как говорили наши древние, хочешь быть красивым, там, умным, сильным, бегай, да. Обязательно нужно, чтобы все люди на Земле начали бегать. Неважно причем, здоровы вы или больны, или едва ходите. Потихонечку начинаете бегать от нормального, здорового в режиме правильного отношения бега. Еще никто не умирал и никогда не умрет. Потому что любая вот, ритмическая нагрузка, то есть сердечная нагрузка, кардионагрузка, по-другому говорят научно, она полезна абсолютно всем. Понимаете, абсолютно всем. То есть обязательно нужно бегать. Каждому по кусочку своему, хоть 3 сантиметра, ну пробеги, а завтра 33 миллиметра добавишь и так далее. Я шучу, но так и есть. И постепенно ты научишься бегать. То есть бегать обязательно. Физзарядку «Энергоджин» есть книга у меня, пожалуйста. В нашем учении есть своя энергетическая физзарядка, которую тоже нужно делать обязательно. Ее делают даже олимпийские чемпионы некоторые, которые понимают толк в энергиях, по крайней мере, на сегодняшний день. Значит, делать ее нужно обязательно. Обязательные прогулки, да, это вот выгуливать тело нужно под присмотром своих мыслей и чувств. И, естественно,
как можно больше обращаться со своим измененным сознанием и душой к своему физическому телу. То есть свойства измененные, да, сознания и нашей души вводить во все ощущения, во все сокровенные уголки нашей плоти. Вот это очень важно. Ну и много там других деталей, естественно. Дыхание по накоплению чистой энергии нужно делать, дыхание сознания, дыхание путешествия фиолетовой горошинки. Все это есть. Интегральное дыхание, которое я скоро, надеюсь, подарю человечеству, и оно будет им пользоваться активно. То есть очень много интересных моментов, которые помогут осваивать тело. Конечно, без освоения тела, сами понимаете, не будет никакой прочности. Но и в том числе, естественно, надо обязательно всегда заниматься любовью. То есть кто-то понимает как секс, кто-то понимает как половые отношения, кто-то понимает как близость партнеров, но обязательно заниматься этим. И чуть ли не два раза в день даже. Потому что без этого не будет стимула жизни. Понимаете? Не будет стимула жизни. Поэтому обязательно, и эта природа должна с вами в ногу идти. Сможет ли человек, не занимающийся духовными практиками, совершить переход в новую эру? Ну, понятное дело, что необходимо практиковать любому человеку для перехода в новую эру. Это прежде всего изучение логики предметно-беспредметных островов, самого учения, самого видения мира, то есть менять свое сознание, менять свои отношения, представления. То есть стиль жизни. Это не значит, что мы перестанем быть актерами, писателями, шахтерами и так далее. Мы будем так же жить, но стиль жизни и отношений начнет меняться. И постепенно, конечно же, вы прекрасно понимаете, будут совершенно другие уже и искусства, виды искусств. И все изменится. Это отдельные еще у нас проспекты, которые мы будем когда-то рассматривать. Но все равно рассмотрим, естественно, в свое время и в нужном месте. А практиковать нужно, это прежде всего начать нужно с учения. Давайте донесем до человечества, до критической массы людей на Земле, вот, наиболее неизмененно, неискаженно, да, незаболтано само учение. Вот даже сегодня мои соученики пытаются снимать передачи тоже в рамках нашего телевизионного канала на FTV. Но я им сразу говорю, ребята, не делайте так, что кто-то из вас задает вам вопрос, а кто-то из вас отвечает, как вот умники какие-то. То есть это не значит, что я как-то завидую кому-то, да ради бога отвечайте. Проблема в другом, что они могут наговорить такое, что будет совершенно противоречить свойствам и направлениям, и скорости, и эмоциональности самого учения. Поэтому оставьте вот этот канон, пока критическая масса появится. Пусть основная масса материала идет от меня пока. Ну, через меня она идет, ну, что поделаешь, ну, так свершилось в истории Земли. Ну, не будем ее трогать, не будем забалтывать, не будем вот профанировать. Давайте вот немножечко вот все-таки канонизированно подадим, да, для критической массы. Потом появятся и научные исследовательские институты, и многое будет развиваться по-другому, и видеться, и так далее. Появятся и умники, в кавычках, которые тоже будут отвечать на какие-то вопросы, и так далее. А сегодня вот эта канонизированность хотя бы источника, да, пускай она останется. Еще раз подчеркиваю, это не от гордыни сказано. Но так случилось, что через меня материалы эти идут для человечества. Какая разница, через что они, через кого идут. Главное, что они есть. И пользуйтесь ими, живите. Я же их вообще всем уже пораздарил на Земле. Посмотрите, что произошло. Ведь земляне очень сильно изменились за крайние четверть века. Все заговорили о том, что мы живем в мире мысли и так далее. С моими знаниями на Землю. Так что я и так все раздариваю практически уже. Почти не требует за это никакой особенной оплаты. Ну просто элементарно, я же должен жить как-то на что-то. Да? А в основном весь поток материала идет бесплатно. По всей Земле. И Голливуд поумнел, снимает. Почти в каждой картине есть кусочки мышления от Соло, да, и представления и так далее. Ну это же хорошо. Я рад этому. Только не надо бить себя в грудь, чтобы вы это поняли. Вы это поняли, потому что Господь дал вам. Вот это нужно помнить об этом. Ну ладно, сейчас не об этом речь. Речь именно вот о том, что вы хотели услышать через вопрос Ирины. Я думаю, вы, пускай первоначально, но услышали. В 24-й передаче
было отмечено, что люди в новой эре будут жить бесконечно долго, и дети рождаться не будут. В связи с этим хотелось бы предложить вопрос. Как будет реализовано предназначение женщины как матери? Я понимаю беспокойство Ирины. Она все-таки тоже мать, да? И волнуется о всех женщинах в нашем мире, что смогут ли они как вот матери, да, себя дальше, как мамы, воплощать. Ведь как бы изменятся все отношения между людьми, и люди станут другими. Ну, здесь вот абсолютно все грани, конечно, трудно описать, но основное я скажу. Ну, я думаю, вы уже и догадались. Ну, во-первых, не будет такого понятия, как там женщина и мужчина, в общем-то. Каждая сущность сможет испытывать любовь и удовольствие от любого предмета. Женщина может посмотреть на другую женщину и даже, не доходя до прикосновения, уже получить удовольствие, хоть сексуальное даже. Или посмотреть просто на блеск какого-то металла и также получить это же удовольствие. Или подумать о чем-то и также получить это удовольствие. То есть, вот здесь сами понимаете, что близость будет неисчерпаема и многообразна. И понятное дело, что все это будет доступно каждому объекту на Земле. И будет трудно называть кого-то мужчиной, кого-то женщиной. Это будет сущность. Я вот всегда, когда начинаю свои занятия на живых вечерах, говорю, забудьте, что вы мужчины и женщины. Вы сущности, присутствующие здесь. Вот как я навсегда начинал свои занятия. Кто у меня занимался, вот так 10 рук поднимут и скажут, да, именно так Соло начинает занятия. После моего приветствия именно об этом я говорил. То есть действительно будет не нечто среднее оно, хотя может и оно кто-то назовет, но это будет сущность, которая будет присуща любовь к любому предмету, объекту. И не только сексуальная, а именно любовь, более возвышенное состояние, которое еще грандиознее, еще масштабнее, когда включится вообще любовь ко всем абсолютно объектам. Это непревзойденное удовольствие. К этому-то и будет стремиться человек. То есть будет сознание настолько развиваться, насколько, допустим, сможет человек, или будет считаться, насколько развитый человек, насколько он может сразу включить любовь к определенному количеству объектов. Кто-то сразу может 10 объектов, допустим, в ощущениях в любви держать и получать удовольствие от мироздания. Кто-то будет 100, кто-то 1000, кто-то миллион, кто-то миллиард, кто-то еще больше, кто-то уже почти как Бог будет ощущать мироздание и будет таять весь в удовольствиях божественных и в любви вселенской, всемирозданческой. Знаете? Вот. Здесь очень много таких интересных моментов. И поэтому, ну, вот как ответить, что останется ли предназначение женщины как мамы, да? Ну, в общем-то, да. Может и остаться, пожалуйста. Вы ведь всегда можете ощутить себя ребенком какого-то объекта, любого. Понимаете? То есть, а вы, другой какой-то человек, можете или даже вы же, можете всегда осознать и почувствовать себя мамой. Неважно, это будет мужчина или женщина. Понимаете? Да, дети не будут рождаться в новой эре всемирного сознания, потому что люди будут обретать бессмертие, да, идти к бессмертию. Но чтобы совсем не рождались, такого тоже не будет, потому что абсолютно всем будет разрешено, пожалуйста, уйти на материал. То есть нет проблем, кто-то, скажем, решил вдруг закончить свою жизнь. Но для этого ему придется что? Переосознать себя, заявить это миру, чтобы все его увидели, просто человеком, значит, родить себе подобного и уйти, и умереть, то есть состариться и умереть тогда, понимаете, как все. То есть такое тоже будет разрешаться, поэтому дети все-таки будут рождаться, но в таких вот исключительных случаях. Ну, как бы, если с точки зрения научной сегодняшней, можно сказать так, для поддержания популяции, что да. Вот, то есть дети тоже могут рождаться, но тогда их будут рождать именно люди уже, а не бессмертные. Потому что остальное человечество будет бессмертным. И сами понимаете, значит, предназначение женщины, это будет уже нечто отвлеченное. То есть я не могу сказать, что женщины и мужчины исчезнут. Нет. Да ради бога, ты сегодня проснулся, ты взял обличие женщины, да? Ты женщина. Ну, то есть ты передумал конфигурацию своего тела, ты вышел в обличие женщины. Сегодня тебя воспринимают как женщину, ты живешь как женщина. А может, один час, может, 10 минут хочешь побыть женщиной. Вот.
завтра мужчиной, а послезавтра вообще бесполым, да, существом, просто абсолютной сущностью. И будет совершенно иная общепринятая форма тела тогда, когда все будут понимать, что это и не мужчина, и не женщина, это сущность, да. То есть, понимаете, то есть немножечко по-другому будут люди жить. И сейчас все детали трудно объяснить, но основные я уже пояснил с вами. Ну, когда все в метаморфозе, все меняется, и качество отношения, да, ну, то, естественно, ну, нет проблем. Вот ваш сосед сегодня ощутил себя ребенком, а вы захотели, чтобы он был вашим мальчиком, ребенком. Он поменял свою форму тела и стал мальчиком. А вы вдруг ощутили себя мамой, повели его куда-то еще, там, поговорили, пообщались, да. Ну, нет проблем. Вот смотрите, сейчас же в Америке, насколько я помню, по-моему, в Америке точно есть такие клубы, где человек может прийти, как говорится, сдать себя, и его пеленают там, он какает под себя, писает под себя в подгузнике, и там неделю или сколько он живет как грудной ребенок. Его кормят там из ложечки там, или из соски, и он не разговаривает, а бякает, мякает, с ним играются, балуют, переодевают и так далее и тому подобное. То есть человек чувствует себя вот абсолютно грудным. После этого, оказывается, психологическая разгрузка наступает, ну и много-много как бы даже болезней могут проходить. Да? Вот есть такие вот клубы американские, где вот такое дозволено посетителям. Так вот, сами понимаете, что в новой эре всемирного сознания любой человек может не прикинуться, а стать ребенком, а кто-то станет его мамой. Хоть на месяц, хоть на сколько. Но я не думаю, что это будет надолго. Это будет своеобразная такая божественная игра, понимаете? Ну, если человек не был, ему хочется интересно. Или периодически хочет он так себя почувствовать. Кто-то захочет себя многодетной мамой почувствовать. И весь дом, в котором она живет, вдруг станет ее детьми, согласится и захочет этого. Ну, понимаете, то есть это будут совершенно другие проспекты развития человеческого. Скажите, пожалуйста, будут ли создаваться семьи в новой эре? И будет ли в них потребность? Чем будет отличаться институт семьи новой эры от семьи нашего времени? Я думаю, что институт семьи, и не только как игра, а вообще и в новой эре всемирного сознания, ну, все-таки будет иметь потребность быть. Почему? Ну, потому что всегда интересно иметь контакт с какой-то сущностью, которая рядом и знает многое, что ты уже делал в этом мире, что ты знаешь тоже. Всегда очень важно для человека видеть свой рост. А видеть свой рост можно только относительно того объекта, который идет с тобой в ногу рядом, понимаете, да, по жизни. Ну, какое-то время идет, может, там. Если человек живет бесконечно долго, то, может, лет 300 вот они вместе живут, понимаете? Но это не значит, что они будут только всегда вместе, да, и никого не пускать, говорится. То есть они могут как-то и отдаляться друг от друга, но периодически контактировать, а может, постоянно. Ну, то есть институт семьи будет, но он будет более свободен, понимаете? То есть человека выбрал, но это будет не муж и жена, а это будут две сущности, которым требуется видеть собственное развитие. Ну, согласитесь, что если человек живет один совершенно, и каждый человек живет один на Земле и вообще в мироздании, ему не с чем сравнивать. Нет рядом сущности, ну, пока будем говорить, другого человека, который отслеживает его, да, по жизни, по его возможностям. Вот он там побыл сыночком своей соседки. А поделиться этими впечатлениями и объясниться, и понять, и улыбнуться друг другу, и поддержать, ну, не с кем, потому что нет человека, который это помнит, другое, третье, десятое. А значит, тут институт семьи будет для этого организовываться. Но это будет свободное брачье, да, свободное. То есть со временем они могут распасться, и появится другой человек, который будет тоже помнить что-то. Может быть, иногда они будут обращаться к прежним своим институтам семейным. Но, сами понимаете, видоизменится семья. Что такое семья в вашем понимании? Что такое семья в моем понимании, Ирина? Ну, частично я ответил на этот вопрос в предыдущем своем ответе. Но вот лично, если сказать, допустим, относительно сегодняшнего дня,
вот относительно нашей эры, в которой мы живем, да, что для меня семья? Но прежде всего семья – это также точно возможность поделиться своими чувствами, своими достижениями, своими развитиями, да, с кем-то, с тем, кто это видит с тобой в ногу по жизни. Причем неважно, чем он сам лично тоже занимается. Ну, любимым своим чем-то. Может, твоим же делом, может, другим делом. Неважно. Важно, чтобы ему было приятно и необходимо с тобой. Также ты отслеживаешь его личное развитие. И также точно он делится с тобой, и ты его поддерживаешь. Взаимовыручка, взаимопомощь друг другу, естественно. Понимаете? Это, если на сегодняшний день, то это рождение детей, воспитание совместное, естественно. Но прежде всего, это все-таки духовная близость, духовная устремленность. И если муж и жена идут в разные стороны, у них никогда не будет настоящего союза, вы понимаете? Я имею в виду в устремленности, то есть в общих позициях, которые являются божественными, то есть путь к Богу, к Всевышнему. Вот для меня самое главное на сегодняшний день семья – это путь к Богу, это устремленность к Всевышнему. Это для меня самое главное. Все остальное решаемо, все остальное обязательно должно быть, конечно же. Я же сказал, и дети, да, и отношения, там, и так далее, и сексуальность, естественно, не на последнем месте, а прямо сразу на вторым после любых всех устремленностей, любви и так далее, вот прямо вот рядом, даже на равных, я бы сказал. То есть это развитие, взаиморазвитие, где будут фиксироваться твои успехи и удачи положительно, а не отрицательно. И ты будешь фиксировать успехи и удачи твоей так называемой половинки тоже положительно, а не отрицательно. Поэтому любая семья для меня является на сегодняшний день, да, является успешной именно та, где именно вот это вот то, что я сейчас только что пояснил, организовано и осуществлено. Но если семья живет по принципу, что я ненавижу твое развитие и фиксирую только отрицательное твое, или больше отрицательное, или отрицательное также, то это неудачная семья. Такой семье либо нужно переделывать отношения между друг другом, либо как-то их еще видоизменять, либо расстаться, вообще распаться, потому что это даже во вред и детям, которые есть в этой семье, такие отношения между мужем и женой. Поэтому мы считаем отношения между мужем и женой – это фиксация только положительных качеств и положительных степеней развития. Это самое главное. Все отрицательное должно рассматриваться, но не фиксироваться. Понимаете? Ну как это отдельный уже разговор? Еще раз говорю, да, вот это вот мое отношение к семье. Ну, естественно, что это должна быть любовь и потребность. То есть ты вот должен видеть, и форма этого тела физического должна ощущаться единственным в мире для тебя. Обличие твоей жены или твоего мужа – это единственный в мире, да. Все остальные, даже самые красивые, даже, может, красивее, они воспринимаются как красота земная, но они холодные, это другое. Это другие энергии, как говорилось в «Маленьком принце», известная повесть «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери, французского писателя, что «Да, вы розы, вас 5000, но у меня есть одна роза, это вот ее, а не вас, я поливал там по утрам, там прикрывал колпаком, ну и так далее». Да? То есть вот это вот ваша вторая так называемая половинка – должна быть самая распрекрасная и единственная в мире. Это тоже мое отношение, личное мое отношение к институту семьи и вообще к семье. Всеслав Маркович, спасибо большое за исчерпывающие ответы. Благодарю вас. Всего самого доброго. Ну что ж, я думаю, что наша передача во многом прояснила новую эру всемирного сознания для наших телезрителей. И вы теперь уже немножечко по-другому посмотрели на возможности и перспективы вашего развития в этой связи. Напоминаю вам, что вы все можете стать участниками нашего канала. Пожалуйста, присылайте свои вопросы по одному или сразу цикл видео-вопросов на целую передачу. И лучшие вопросы попадут в новые организованные передачи нашего канала. Нет проблем. Пожалуйста, ждем вас. И обязательно подписывайтесь на наш телевизионный канал на YouTube, чтобы быть очевидцами, первыми свидетелями новых
работ, новых передач нашего канала. У нас много интересного намечается впереди. Обязательно подписывайтесь. Ждем вас. Мира и добра всем нашим телезрителям. Ждем вас. Любим вас. Счастья вам. Новая эра всемирного сознания наступит.